Как говорится в поговорке, короля делает свита. У Ивана Урганта свита большая и очень надежная. Я считаю, что рабочее место, то есть место, за которым человек проводит основную часть своего рабочего времени, должно прежде всего быть уютным, радовать глаз. Мне ребят сами предложили, и я согласился помочь им с каким-то дизайном, с каким-то оформлением здесь, ну, в меру там тех возможностей, которые у меня есть. Здесь нет и не будет, пока я здесь работаю, никаких неравных отношений между людьми в одном коллективе. Дашу, ты читала? Иди, иди. Иди, иди, детка, ты убрала все? Иди, иди. Это Алла Михеева. Главный вопрос, давно волнующий всех зрителей. Алла такая на самом деле или это она играет? Сегодня Иван разрешил сказать правду. Алла – это персонаж, безупречно сыгранная актрисой Свердловского ТЮЗа Валентиной Михайловной Кардапольцевой. Вы хоть знаете, что Иван для нас сделал? Мы всем театром сидели много лет по шею в навозе. Он меня вытащил, он меня спас, я ему очень благодарна. Валентина Михайловна на нашей передаче, можно сказать, обрела второй шанс. А я считаю, что второй шанс мы обязаны давать людям. Почему нет? Особенно если учесть, что Валентина Михайловна уже, как говорится, за все свое плохое отсидела. Еще одна важная деталь в механизме под названием «Вечерний Ургант» – это Дмитрий Хрусталев. Общительный, коммуникабельный, обаятельный, чуть не сказал лохматый. Он сразу стал душой коллектива. Мы как-то сработались, у нас биохимия даже какая-то образовалась. Мы вот вместе, мы... Я тебе еще раз говорю, не лезь! Заткни свою пасть и стой там, где тебя поставили! Иван продолжает готовиться к эфиру. Теперь он гримируется. Гримируется сам. Он не доверяет свое лицо никому. Ты много работаешь, ты устаешь просто. Хочешь, чтобы как можно меньше людей тебя окружало, поэтому я и визаж делаю сам. И, если честно, и прическу тоже никому не доверяю. Многим интересно, в чем секрет разговорчивости и идеальной дикции Ивана Урганта. Есть одна хитрость, меня научил Саша Гордон. Просто небольшой кусочек курдючного жира, ты аккуратно перед выходом сразу всю ротовую полость, небо, язык, за щекой, десны, аккуратно покрываешь тонким слоем бараньего жира, выходишь, это очень помогает.